Hi guys, this is my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey. I live in the small town of Kaluga, which is about 170 kilometers from Moscow. I create this channel to help people and motivate other people to do the same. And I want to say thank you very much for your supporting my channel. We already have almost 50,000 subscribers. I very appreciate you for this. This story was told me one journalist from the local newspaper. I just walking down the street, the phone ring, I pick it up and I heard the story. Just imagine a single father at 64 years old with four children. He had a wife who gave him these beautiful children and they doing well, but something happened. Сейчас мне исполнилось 25 апреля 64. Александр, вот расскажите возраст детишек. 11 лет. Второму сейчас 9, потом идет Петя, ему сейчас 6, а девочке 3 года. Вот, потому что цветочки, девочка все рисует, мама. Они сами говорят, наша мама погибла. Тяжело, ребята, тяжело. Саш, мы подъехали. Ага. Привет. Здорово, ребята. Привет, Саш. Давай вот так. Давай. Ага. Так, пойдем. Возьмешь? Да, давай я сам. Аккуратно. Проходить. Привет. Как зовут? Ваня. Сергей. Я Петя. Петя, привет. Сколько тебе лет, Петя? 6. О. Да, это Лизи. Лизи, вон, смотри, Лизи, смотри. Сейчас мне исполнится 25 апреля 64. Жена была в Балуже, мне на 25 лет. Красиво, вот ее фотография. Мы с женой все у день рождения, подарки там эти, новогодние, мы только дарили порт-инвентарь у них. У них набито. То есть растяжки. Вы с самого раннего детства спорту? Да, спортом. Александр, вот расскажите возраст детишек. Сейчас у меня самому старшему 11 лет, второму сейчас 9, потом идет Петя, ему сейчас 6, а девочке 3 года сейчас, ей 15 мая исполняется 4 годика, и 16 мая погибает мама. Это тяжело, Сереж, тяжело. Мы как получилось, мы, значит, с женой, жена как-то, мы держали скотину, корову, поросята, жена как-то, ну, в двор, солнышко, там где-то гараж, там открыли дом, там. Она любила шашлыки, пожалуйста. Они сядут, бал, шашлычка, мы возьмем бутылку лимонада, как у Байкал. Да. Она говорит, ребят, давайте все тут. Пойду с днем рождения туда, с подарки подарим. Обычно всегда все спортивные, у нас все спортивные такие. Что-то не то, что какое-то это, куклы, машины, это все как-то где-то. 16-го, значит, это, мая, на другой день. Вот, эти двое на школе, эти маленькие дома. У нас кровать тут спала. Да. Жена говорит, 2 часа дня. Ровно. Солнце в закате, небо чистое. Жена говорит, Саш, поедем, доедем, пока наши маленькие спят, до банка, тут до центра, недалеко. Проверим карточку. Я говорю, давай. Мы машину ворот закрыли. Мы туда приезжаем, в банк. Жена выходит. Я не заходил. Жена зашла, выходит и говорит, Саш, банкомат не работает. Я говорю, и лампа едет. Она говорит, поедем до заправки. У нас там тоже стоит банкомат. Вот. И мы, значит, заезжаем. А я опять не знаю, подъехала. Она приходит, Саш, что-то не срабатывает. Функа, что-то у нее не срабатывает. Я не знаю, с карточкой. Выходит. Ну, быстро. Я вообще не выходил даже, Сереж. Я как был пристегнутый, я и так же и сидел. Ну, выезжаем, едем домой по прямой. Дорога смотрится от Петровской Пурусу. Ты знаешь, дорогу ты едешь. Да. Видно, аж чуть ли не 4 километра. Она говорит, что такая необходимость подъехать. Ну, бывает, конечно, иногда бывает в семье. Бывает, тут деньги есть, бывает, что-то купил, приобрел, и раз их нету. Бывает, как бы день, да. 2-3. Вот, мы не разговариваем с ней, не спешат. На встречу идут 3 фуры. Фуры идут. Одна в одну идут. Видно, обычно, когда это дальние шифера, кто не знает это, ну, местность, они, чтобы не оторваться, не разорваться, идут в задницу, в задницу. Да. Я иду, смотрю, вижу, ничего. Едем с женой спокойно, смотрю, едем, разговариваем, не спеша. Кончается последняя фура. И прям сразу солнце как раз с левой стороны. И как раз прям вижу на глазами свет, светлое, что серебро какое-то, ну, светлое идет. Если бы твоя бы черная, как у тебя машина черная, да. Пошла бы черная тень. Да. Пошла это. Я успел глаза закрыть, прям глаза, и за руль только раз.
И успел на тормоз тяпчуть. И такой удар лобовой. Все посыпалось, все буквально. Я в горячке. Я дверь раз, у меня тут все горит, горит. Я вот так, ну, как ребра были поломаны с двух сторон. Да. И легкое. Потом все это узнал, что это. Обегаю, дверь не могу открыть. Оль. Она голову сидит, поникла, вперед, поникла, все. Тут все остановились, ребята. Все дальнобойщики, все. Заднюю дверь не открывают, сиденье назад ее, ну, расстегали. Я сначала думал, что она от стресса, Сереж, потеряла сознание. Да. Она как сидела, как живая. Единственное, только вот как две спички приложили здесь, вот, ну, вот из носа. Да. И вот до губ, как вот бывает сера, вот дошло да. капельки, ровные, прям вот, понимаешь, как будто спички приложили. И все. Тут подъезжает это, скорая. Лешка выходит и говорит: Саш, что там? Я говорю: Леш, Ольгу, давай быстрее в это. В ванинке я прям сразу говорю. Он подошел, я что-то там сзади стоял машину. Вот я раз пульс потрогал, говорит: Саш, все. До приезда этого скорой, тут промежуток небольшой был, я успел позвонить соседу. У меня Сережка сзади, сосед. Да. Я говорю: Сереж, так и так, говорю, Ольга погибла, мы попали в аварию, сходи дома, спят маленькие дети. И сейчас должны были в 2 часа дня, в 3-м, приехать со школы эти. Вот. Дом пустой, да. маленький спят. Вот, ну и все. И когда Леха на скорую я поехал, в Кондорово привезли, положили в реанимацию. Я пролежал там это, мне там сымали, я не знаю, так обкололи все, я как в коматозе был. Врачу говорю: отпусти, мне надо жену похоронить. Как это так? Жену, Сереж, это не... Ну, да, я не могу. Кошмар, в общем, короче, меня отпускали, я взял самого Олега, говорю: отдайте мои вещи или так. Ну, я выхожу, ребята, там таксисты, я, ребята, ну, так, дайте ноги. Я: ребята, такая ситуация, говорит: Саш, давай, прям до дома. Зато привезли меня, я приехал домой, вот, дома никого. Я тут лег на кровати, валялся, как в симпатии. Хочу вспомнить. Ну, утром приходит и говорит: Саш, ты сможешь это? А мне, видно, попухло все. Ну, я же тут не мог ни так, ни лишнего. Ну, пошла же, как говорится. Да, можешь это. Ё-моё. Он мне говорит: Саш, сможешь Ольгу проводить? Я говорю: Сереж, сейчас я встану, побреюсь, не знаю. Я говорю: около дома только. Потом набрался себе сил. Короче, привели жену, я простился, фотографии есть. Ребятам сделал всем по 4 фотографии, всем 4, чтобы они знали. Ну, разные, как их хранили. Вы сказали детям, что мама погибла? Ну да, они в курсе все, даже делали. Мы на кладбище ежедневно ездим. Вот, потому что цветочки, девочка, все рисует маме. Они сами говорят: наша мама погибла. Тяжело, ребят, тяжело. Когда человек... Ну и, короче, жену похоронил, проводил как положено. Двое были, маленьких не было. Их забрали тут дальние родственники, которые тут... У меня были большие проблемы. Вот. Они родственники были, знаешь как, прожили, мы с женой прожили 13 лет, за 13 лет у нас четверо детей появилось. Мы, я ни разу с ними никогда не встречался, они жене моей, двоюродная сестра, и у нее есть дочь. Вот. Я, наверное, неделю немножко... не то, как злоупотреблял спиртным. Ну, взял, да. там выпил, взял, лег, думал, что, ну, как, конечно, чего, конечно. Дети. Ну, понимаешь, жизнь сразу резко оборвалась. Да, резко. Да. Потерял весь смысл. Ой, ну, потом все, очапался, ну, в неделю все, бросил это все, сам умылся, все, навел порядок. Расскажите, что самое вот сложное было в воспитании детей? Вот сначала на вас свалилось, вот вы... Что самое для вас вообще было? Ничего, ни о чем. То есть вы... Как бы заложено то ли генами, то ли что, вообще гармония. Что с женой мы прожили 25 лет, да. мы никогда не ругались. Я чем поражаю? Расскажите вот про дом. Я видел, у вас там сгорело, да, веранда. Да. То есть как пожар да. начался? Получилось дело так, Сереж. Я, ребят, вы будьте дома, я пойду в райсобес, потому что каждый год я продлеваю удостоверение, льготы, вот, ну, в райсобес доеду, до Кондорова доеду, тут немного, и приеду, говорю, и все, будем дома все. Я выхожу, все там быстро с Кондорова, еду по дороге магнит, ну, думаю, дай яблочко куплю, ребята, я зачем мне сладкое, не люблю при этом. Угу. Вот, яблочко беру, выхожу с магнита по дороге, мне сосед звонит, Женька. Говорит: Саш, дом горит. Я говорю: как, Жень? Я говорю: Жень, забеги туда. Я говорю: как? Твои, говорит, прибежали к нам, ну, четверо из дома, они дома да. были, то есть мультик смотрели, еще не знаю, что смотрели. И Ваня сам вызвал пожарку, позвонил, сколько ему было? Ваня 9 лет. Он, а, 9 лет, ну, да, правильно. Бедовый молодец, такой был. Он молодец. Раз пожарку сам вызвал, говорит, что-то. И туда пришли. Я уже приехал, машину напротив стоял, тут пожарки уже тушили. И все. А как загорелось? Не я даже не в курсах, Сереж, вот честно, я уже на все. Может быть, знаешь почему? Дом старый, у бабушки проводку меняли. Проводку мы меняли новую. Здесь да. она стоит новая. Да. А там раньше была, там как-то у бабушки была терраска, перестраивалась, бывала мама.
Может, где-то остались какие-то концы. Я вот так, ну, я не знаю, что, ну, вообще. Потому что они не могли терраску, не пожалуй, ну, нет, нет такого. Расскажите, есть какая-то мечта, цель у вас в жизни? Ну, сейчас? Мне хочется, пока я еще, хоть 64 года, ты видишь, все-таки я еще мужик крепкий такой, ну, как говорится. Вид, да, 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 да. Мне хочется сделать им дом, жилье хотя бы. Ты видишь, в каких условиях мне это. Я много трачу время вот на это, как тебе, на свое благоустройство. То, что досталось после бабушки, я и так, по мере возможности, мои детей, как говорится, воспитали, держали и где-то что-то поделывали. Вот, и зарабатывал я деньги. Вот. Хочется, образование, они не глупые, я считаю, жизнь, она меняется. Самое основное, чтобы они любили отца, родину свою, как говорится, не в этом дело. Как мне предлагают там иногда бывать, муж тебе квартиру, мы, во-первых, мы приучили, я и детям воспитываю, детей воспитываю, чтобы дети были для общества полезны, чтобы они знали труд, как говорится, как зарабатывать хлеб, картошку. Мы картошку в том году сажали. Все они молодцы, они все старший сын у меня есть. Я даже не прикасал, но специально перепахали, я им все показал, как один копает, они картошечка, даже Лизонька маленькая, то там картошку все испачкались. Но факт тот, что они приучены. Friends, I decided to give Sasha a new car. I think it's very important gift for him, because he needs for take his children to school, and his old car is just not safe because there are not even safety belts, and of course there are no airbags. In the next video, I will try to do it. Thank you very much, guys, for watching this video. Please subscribe to my channel. Be safe, guys, and goodbye.